Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о недвижимости в Бельгии. Бельгия – гостеприимная страна с уникальной архитектурой. Недвижимость здесь отвечает высоким европейским стандартам. Вы можете выбрать просторные апартаменты в новостройке, уютную квартиру на вторичном рынке или милый домик в пригороде. У жителей Бельгии высокая платежеспособность, поэтому цены на жилье, конечно, здесь не маленькие и растут из года в год. Самая дорогая недвижимость расположена в Брюсселе. Приобрести жилье подешевле можно в сельских районах. Иностранные граждане могут без проблем купить в Бельгии жилую коммерческую недвижимость или земельные участки под застройку. Бельгийские законы в равной мере защищают интерес продавца и покупателя. После выбора объекта недвижимости покупатель подписывает предварительный договор с продавцом и вносит около 10% стоимости. Аванс находится у нотариуса до дня сделки. После того, как нотариус проверит все аспекты, подписывается акт продажи, покупатель выплачивает оставшуюся сумму, оплачивает налоги и услуги нотариуса. После становится полноправным владельцем жилья. Друзья, кого интересует данная тема, будем рады ответить на ваши вопросы. Свяжитесь по указанному номеру телефона. На этом у меня все. Всем пока.